Всем привет! Меня зовут Полли, актриса, студентка ГИТИСа, на 50% мамина дочка и на 51% папина. И это мой YouTube-канал. Давайте знакомиться. Жизнь с Полли. Начнем. 5 фактов обо мне. Я родилась в Иваново в многодетной семье. У меня 3 брата и 2 сестры. Я обожаю путешествовать. Я посетила больше 30 стран и не собираюсь останавливаться на этом. Я закончила школу экстерном и золотой медалью. Хотя, если честно, то я ненавидела школу. Я левша, и еще я, кстати, неправильно держу ручку вот так. Я та самая Соня из новых папиных точек. Вообще, это моя вторая попытка завести YouTube-канал. Неудачная была в детстве. Всем привет, сегодня с моим котик Дэнни. Я снимаю видео, как мне выдирать зуб. Ой, да я... Зубочек! Да-да, это я. И я вернулась. А если честно, то я завела свой YouTube-канал, чтобы чуть-чуть приоткрыть вам свою жизнь. Буду снимать влоги, также делиться инсайтами из киноиндустрии, и многое другое. Давайте перейдем к вашим вопросам. Ты смотрела «Папины дочки» в детстве? Кто был твоим любимым персонажем? Вообще, я была фанаткой «Папиных дочек». Я не пропускала ни одной серии. И больше всего я фанатела, конечно же, по Пуговке. Я недавно осознала, что мы с ней почти одного возраста. То есть в тот момент, когда я смотрела сериал, я была такой же малюткой, как она, даже еще меньше, представляете? И я все детство мечтала увидеться с Катей Старшовой и... Детская мечта сбылась. На новых «Папиных дочках» на площадке мы вместе с Катей даже снялись. Мне кажется, я вообще, если бы мне сказали об этом в детстве, я не знаю, что сделала. Нет, я бы не поверила. Насколько сильно вы похожи с твоей героиней Соней? 0%! Ну ладно, на самом деле, когда мне было 14 лет, мы с ней были похожи. Сейчас мне 19, и мне было немного тяжело вернуться вот в ту импульсивность, ту просто безбашенность и немножечко дерзость, которая присутствует у Сони. Мне даже иногда кажется, что я больше похожа на Дашу из «Папиных дочек». Как ты все успеваешь? В детстве всегда считала, что очень мало времени. А с возрастом осознала, что его все меньше и меньше. И недавно завела себе планер, в котором записываю план на каждый свой день. Потому что иначе у тебя очень много дел, ты пытаешься успеть все, в голове все мешается, и ты не успеваешь ничего. Какая сцена тебе больше всего запомнилась из новых «Папиных дочек»? О, была одна сцена. Это были первые смены, когда для меня еще площадка была в новинку, и я вела себя просто вот так. Ну, вообще стараюсь и сейчас так же себя вести. Ну, в общем, я ни на что не жаловалась. Водички, Полин, нет. У нас была сцена в квартире на кухне, где я бежала за маленькой Ариной. Скользко. И я побежала в колготках, упала прям в дубли. Я просто после этого встала, села вот так вот на пуфик, ко мне все подбегают, такие, как ты? Я такая, все нормально, давайте дальше снимать, давайте, все хорошо. Смотрю на свою ногу, и там просто течет вот так вот кровь. И у меня до сих пор есть шрам. У меня болела очень долго нога, но, видимо, из-за шока, из-за того, что синдром «я никого не должна подвести», я просто вот так вот откинула свою проблему и пошла сниматься дальше. Мне надели колготки. Вечером прихожу домой, открываю, у меня там синее вот такое колено. Так что шрам остался у меня на память. Игорь или Рома? Может быть, расскажешь, какой типаж парней тебе нравится? Игорь слишком много боится. Он просто мальчик-душка. Я не могу, нет. Нет, такого нет. Но Рома вообще бэдбой просто. Он вроде как-то расположился, да, к Соне, а потом взял, и оказалось, что увидим во втором сезоне. А какой типаж парней нравится мне? У меня с детства в голове есть типаж идеального как бы парня, да. Но ни разу я не влюблялась в того вот этого вот идеального парня. Когда это происходит с тобой, ты забываешь про все типажи, про все. Самое главное, это какой человек внутри и совпадаете ли вы, пазлки ли вы, и сможете ли вы что-то друг другу дать.
Так ли ты представляла съемочные будни? Какие ожидания не оправдались? Я совершенно не ожидала, что сцена снимается в рандомном порядке. То есть в один день может быть снята сцена из первой серии, из третьей серии, из двадцатой серии, из седьмой, просто 15 сцен так. Это было неожиданно. Мне казалось, что все фильмы и сериалы снимаются хроном. Я поняла, что таланта недостаточно. Очень важно быть техничным актером и уметь совмещать в себя много задач. Выполнять сразу и требования режиссера, и комментарии сценариста, и еще костюм нужно вот поправить здесь, в дубле. Это прям иногда дается тяжело. Кстати, мой канал как раз будет рассказывать про это. Предлагаю вам подписаться и поставить лайк прямо сейчас. Планируешь работать в театре или хочешь сниматься только в кино? Один хороший человек сказал мне такую фразу, что в кино берут тебя, вот алмазик, и просто светят. А в театре алмаз оттачивают. С возрастом понимаю, что театр никуда от меня не денется. И что я очень горю и этим, и хочу работать с режиссерами, которые близки мне. Надеюсь, что у меня это получится, потому что театр — это то, что было, есть и будет. Это вечное. И хочется быть частью этого. А какие у тебя планы, актерские проекты? Я неимоверно счастлива, что Бог мне открыл сейчас путь в кино. Я верю, что у меня большая, длинная, интересная дорога с разными проектами. Ну что, задавайте свои вопросы под этим видео, чтобы я ответила на них в следующем выпуске «Вопрос-ответ». Обещаю, что дальше будет интересно. А вы пишите, что бы вы хотели еще видеть на моем канале. Обнимаю, увидимся!